Kariáč to, što, že skazali moji kolege. Razrešite upomenuť, što Čechy v rankách povšej austrijsko-vengerskoj monarchii predstavljala saboj z točky zrenia pramyšlenosti, doliju etvoj pramyšlenosti bolje 70%. My byli pramyšlenom centrom Srednej Evropy i starajem se a stať se etim centrom do tých pôr. Kromě toho ja nesoglasen s tým, ktorý je gavariat, što takoje pramyšlenosť, nado rozvívať novie oblasti služby. No, konečno, nado. No, nie je možno zabývať, što pramyšlenosť predstavljajúť sebou во-первых, возможность новых капиталовложений, новых инвестиций, новых инноваций, высоких технологий и так далее, и так далее. Ну и теплые слова представляют только начало. Самое главное – найти взаимовыгодные соглашения и контракты. Я прочитал список контрактов. У нас были очень полезные разговоры с президентом Виктором Федоровичем Януковичем и полезные разговоры нашего министра обороны и других представителей министра промышленности, министерства иностранных дел и так далее, и так далее. Ну, прочитал себе список контрактов, которые мы подписали вчера в Киеве. Bylo 7, no, skazal sebe, načalo 7, dostatočno, va vremia vtarovo etapa bude 10, ale môže byť i bolšie. I teper priezdžajú v Donec, v pramyšlený centr Ukrajiny, no a že dajú 10 kontaktov, môže byť i 15, niet, toľko 4. Ну, скажу, 4 фирмы подписывают эти контракты. Хорошо. И что я смотрю? Первый контракт, фирма моего хорошего друга Владимира Плащева, фирма «Алта». Прекрасно. Второй контракт, с чешской стороны, конечно, фирма «Алта». Третий контракт, фирма «Алта». И четвертый контракт, к удивлению, фирма «Алта». Дорогие мои чешские коллеги, я высоко оцениваю то, что вы здесь. Но если фирма «Алта» единственная фирма, которая здесь заключает, здесь полезные для обоих сторон контракты, это, конечно, значит, что нам надо твердо работать на том, чтобы во втором этапе мы преодолели Киев, потому что именно здесь мы в промышленном центре, и я полностью надеюсь, что в рамках моей программы нам еще удастся открыть перспективы очень важных и для обоих стран полезных контрактов в области энергетики, транспорта, сельского хозяйства, чешской почты. И что самое главное, в области инвестиций. Да, я, конечно, поддерживаю экспорт чешского пива в Украину. Между прочим, это наилучшее пиво в мире. Но с другой стороны, если вы хотите выпить пиво, не можете его все время только импортировать. Надо построить пивоварный завод. И стало вытекает, что именно инвестиции представляют собой решающее звено нашего экономического сотрудничества. И я не полностью уверен, что наши чешские коллеги здесь, в Донецке,
полностью использовали весь потенциал за исключением фирмы «Алта». Значит, поздравляю с моего друга Владимира Плащина. Но я хотел бы, чтобы к нему присоединились еще другие чешские предприниматели. Знаете, президент должен быть критическим. Затем он президент. Большое вам спасибо за внимание. Президента Милоша Земана и председателя Донецкой областной государственной администрации Андрея Шишацкого будут подписаны соглашения о сотрудничестве.